Чего это, кум, бродишь так поздно? А кто ж меня запретить? Кто запретить? А? Да кому нужно? Ну и значит, нечего разговаривать. Я что, под началом, что ли? У кого? Ты еще что тут? Какого еще тут черта водяного? Ты горло-то не очень тут распускай. Я для тебя дорога, найди подешевле. Постой, кума, постой! А не сердись! Так ты коли за делом, так не ори, а говори толком! А никакого дела нет, а я хмелел! И что меня теперь тебе хвалить за это прикажешь? А не хвалить и не бронить, а значит, я хмеленый и конченное дело. И пока я не проснусь, уж этого дела поправить нельзя. Так это пойди и спи. Куда это я пойду? Куда? Домой, а то куда же? А коли я не хочу домой-то? Да чего же, позволь тебя спросить? А потому что у меня там война идет. Война! Кому там воевать-то? Ты там один только воин-то и есть. Ну так что я воин? Что с того? Да то, что воюешь всю жизнь с бабами. Ну, значит, они и должны мне покоряться. А то я, что ли, покоряться стану. Уж немало я на тебе дивлюсь, кум. Столько у тебя народу в доме, а на тебе одного уходить не могут. Вот поди ж ты, а! Тебе чего от меня нужно? Вот чё. Разговорите мне, кума, чтоб у меня сердце прошло. Вот ты одна во всем городе, и можешь меня разговорить. Фехнуша, вели приготовить что-нибудь закусить. Я хуже!